Добрый день, друзья! Сегодняшний наш разговор пойдет о плоскогубцах. Плоскогубцы отличаются тем, что это инструмент не только, скажем так, радиолюбителя, используется также в слесарном деле, плотники, то есть практически универсальный инструмент. Сегодня поговорим о плоскогубцах марок 1ПК-051DS, 1ПК-051, а также, скажем так, об их младших моделях 1ПК-052 и 1ПК-052DS. Меньшие модели практически идентичны, поэтому о них я скажу чуть позже. Начнем с модели 1ПК-051DS. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Итак, какие отличительные особенности? Ну, прежде всего, отмечаем большую длину 200 мм, что позволяет, в принципе, развивать достаточно большое усилие. Для чего используется это усилие? Усилие используется, прежде всего, для удержания предметов за счет крупных насечек в конце рабочей части. Второе, здесь есть достаточно длинные режущие кромки, позволяет выполнять роль бокорезов. Третье, на задней части также нанесены насечки, можно удерживать различные предметы, прутки, гвозди. Рукоятки выполнены из удачного, на взгляд, обрезиненного двухкомпонентного материала, гарантирующие прочное удержание. Плоскогубцы длиной 200 мм обычно используются для тяжелых сложных работ. Ими можно гнуть гвозди. Ну, давайте мы попробуем, как работают в частности режущие кромки. Ну, то есть, это даже для них это очень слабая задача. Вы сами видите по размеру. Они способны значительно на большее. Итак, это плоскогубцы модель 1ПК-051DS. Следующая модель — это плоскогубцы 1ПК-051. В принципе, идентичны. Здесь вы видите немножко другие рукоятки. Немножко они попроще. Хотя функции у них те же самые. Я еще добавлю по этим двум моделям несколько цифр. Могут перекусывать твердую сталь до 1,2 мм, мягкую 2,6, а вот медные даже до 3,6 мм без проблем справляются с такими проводниками. Ну, теперь немножко обратим внимание на младшие модели. Как вы видите, они абсолютно идентичные. Единственное у них отличие — это размеры. Здесь 200 мм, здесь 165 мм. Ну и, соответственно, немножко у них уменьшились возможности. Здесь медь перекусывается 3,0, точнее 3,6, здесь 3,0. Ну, соответственно, вот эта модель 051 стоит немножко дешевле, чем 051DS. Можете посмотреть цены на сайте. И более младшие модели также стоят немножко дешевле из-за того, что у них меньше размеры и немножко меньше возможностей. Поэтому, в зависимости от своих задач, выбирайте одну из четырех моделей плоскогубцев. Описание и характеристики смотрите на сайте. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!